Всем большой привет, друзья, и рад приветствовать вас на нашем YouTube-канале brawlcard.ru. Сегодня, как всегда, я для вас подготовил очень интересные торги. Давайте посмотрим. И начнем мы с Honda Weasel. Гибридное исполнение в комплектации X. 2014 год выпуска, с аукционной оценкой 4,5 балла. Weasel — один из самых лучших вариантов по цене и качеству. Для 2014-2013 годов их очень выгодно можно ввозить. В данном случае у нас 64 тысячи километров пробег, 1,5-литровый гибридный мотор на 132 лошадиные силы, который мы забрали прямо из нашего офиса в Владивостоке. Напоминаю вам, у нас кнопка введена в офисе. Напрямую мы можем торговать онлайн вместе с вами. Старт таких машин от 1 300 000 рублей. CHR, например, будет на порядок дороже. Subaru Forester, второй вариант на сегодня. SJ5 кузов, 96 тысяч километров пробег, 2-литровый мотор, 148 лошадиных сил, бензин и полный привод. Это четвертое поколение всеми любимого Форестера. Кстати, у нас есть видео на канале про Форестера сейчас. Ссылка в правом верхнем углу, переходите, смотрите. Ну а на этом все, я буду заканчивать. Спасибо, что посмотрели данное видео. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк. И я хочу вам напомнить, как только число подписчиков достигнет 5000 человек, мы на этом канале разыграем крутые призы. Обязательно подписывайтесь, следите и выигрывайте. Всем пока-пока.